Чё, рыжий, колёса спиздили? А ты чё думал, Рошпит продал? И последствий не будет? Где Рошпит? Сука! Салют, задроты, с вами Monkey King, и это Рошпит Battle номер 4. Пошумим! Слева от меня Свен, который наехал на антимага. Справа от меня антимаг, на которого наехал Свен. Короче, все, мне надоело, по итогам жеребьевки начинает Свен, поехали! Это только начало, значит я выиграю вмиг. Тебе конец, антимаг. Ты захотел было бежать, жаль, не вкачан блинк. Да? Ты был силен на батле, это ложь, точно. Это вранье. Я пришел и покажу вам тот мощь, очно. Ты согласился поводлить ее, нехило удивлен. Но подготовь свое очко, я не брейсхинг или леон. Ты расскажи мне про свой фарм, истории целый миллион. Но ты настолько не боец, я тебя путаю с грибом. Ты мне можешь выжить ману, я уже начал бояться. Но ты больше 3 ударов сделать, даже не пытайся. Шансов просто никаких, даже с наличием манты. Чтобы иллюзию убить, мне даже не нужны криты. Мы тут один на один, и уйти в лес шанса нет. Из тебя такой же керри, как из Нади шанса нет. Че, братан, притих, может ты пушить захотел. Но мы в Рошпите, а для меня тут ты лишь чушка, бракодел. Ты не герой. Футболист, ты себя в зеркало видел, он так хромает, как довольно, что не хочется с ним биться. Не показываю чувств, ведь я настоящий рыцарь, тебе конец отвечать за слова. Мой главный принцип, не герой, футболист, ты себя в зеркало видел, он так хромает, как довольно, что не хочется с ним биться. Не показываю чувств, ведь я настоящий рыцарь, тебе конец отвечать за слова. Мой главный принцип. Ну что, клоун, повеселишь нас, как всегда, какой-нибудь отменной шутеечкой? Или, может быть, сразу начнешь считать свой боди-раунд? Твой раунд и есть отменная шутеечка. Яу, 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 yeah. Мы подъехали на курьере к Свену и сказали: эй, девчонка, а чё это ты с усами? Он пригорел нехило и нажал ульту, нажал ВКБ, нажал стан. Но я нажал манту, через пару секунд я по-другому лайну сплитил. И он с горящей жопой пошел энджин-то вбить мне, ну а чё? Не пропадать же ульте, это долбанный антимаг от меня снова улетел. Как же так? What the fuck? Не волнуйся, брат, ведь ты ни в чем не виноват. В том, что я вас вынес, твоя Тима виновата. Виновата в том, что они тебя не сделали сапом. И зачем ты так орешь, когда в файте ультуешь так громко, словно тебе твой парень присунул? А-а-а, только не так быстро. Для начала нам с тобой надо пожениться. Ой, я потратил ульт свой. Всем пока, пацаны, мне пора домой. Да мы в Рошпите, и ты не первый угрожаешь. Типа не за сплечу, лох, это стрела за гаражами. Брайс Кинг говорил, после батла я тебя убью. Но как видишь, я живой, я снова тут. У тебя 6 слотов, ты пытаешься убить нас. У меня 6 слотов, и вы на базе сидите. А, лучше встаньте в АФК. Отпустили в начале, не догоните никогда. Кстати, Хускар, сори, что отвечать тебе не стал. Просто аппарат тебя и так обоссал. И да, Пуч, ты жирный. Раунд. Антимаг говно! Иди раз, то завали ебаник своим змейкам, здесь тебе не версус. Да, кстати, если этот видос наберет 1 000 000 просмотров, мы позовем батлить Рики Эфа. Второй раунд начинается, антимаг первый, хз почему? Я, бенга. Кек-кек. Фармлю вещи, 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 вещи. Прр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 рr
чтобы дефать мега-крипов. Мне нужен спеш для того, чтобы делать мега-крипов. Да ты убиваешь врагов, но только лишь дураков. Я ещё покажу, чем тебя законтрить, чтобы все узнали, что ты лох. Я её принёс форстав на эту битву, дал тебе по горбу, и ты убит, друг. Какой вообще смысл с нечем батлить, ведь тебя законтрят 2000 голды. Чем ты можешь нас всех удивить? Ты такой же, как и лох в райскин. Ты никто без своей ульты, но на твой ульт всем плевать, прости. Я бы ВК разнёс как надо, если б не фанаты какого-то психопата, который пикал его по КД постоянно, его жизнь. Тёрки вышли против антимага, стоп! Так я и так победил. Я его рвал, но какой-то дебил сделал обзор и доказывал рьяно, что я проиграл. Ты пьяный? ВК продул бы, если б не какой-то сраный альтоода. Этот лох призвал своих фанатов ставить на урода. Типа, пацаны, тут первый раунд за ВК. Я не встречал такого, как ты, долбанного мудака. Я не встречал такого полного бреда. В этом шоу я Конор Макгрегор. Мы пробили чутом по спацарам, и пока ходили прибыль тупо напополам. Бау! Прибавила к скиллу наш рыбас, найди свою силу. Только что разрубил столько голды, что тебе на них придется целый год фармить. Ты же, Свен, ничем не отличаешься от ВК. Такой же геймплей от ульта до ульта. Но я его растоптал. И тебя, бомжа, растоптал. Антимаг купил форстап, чтобы законтрить меня. Антимаг купил форстап, ведь не нафармил больше. Антимаг ищет оправдание в том, что он проиграл. Ну и после этого батла поищет тоже. Свен на бите, это разнос по полной. Я хочу вам, кто тут босс, напомнить. Опасный комик, ты остановлен. Твой бой с ВК, это просто ново. Всем понятно, кто тут победит, тоже всем понятно. Зачем мне сражаться с тем, кто читает про деньги макаки вместо батла? Ты бездарь, правда, тебе нечего сказать уже который раунд. А я даже не накидывал арчит на тебя. Так поясни всем, почему ты так мямлишь, а? Твой максимум — это за бабки бежать. Забавно шутить и забавить с пуджа, но этого не хватит. Каждый уже понял, что на бите батя. Ой, самовлюбленный клоун, хотя равный поединок, но не вижу тот боя. Первый мой батл сразу фрик в паре. Ты настолько незаметный, зову тебя Рики Моро. Посоветовал вокаталон скачать на 140, но у тебя таких скиллов не видно. Ты бы мог избежать позора, но только если бы сюда не прибыл. Зови меня С, а С это Свен. Ты пришел сюда, толпы фанатов наняв. Но устыкав мой крик, вы обозлились напрасно. Не кричал на тебя, сука, я дал себе баф. Дал себе баф, затем дал себе баф. Накинул арчит, ты с удара упал. Его ты, конечно, мог скинуть мантой, но уже провязал ее для фарма. Вот так номер, вы проиграли, зато бабки есть. Жаль, что за них не купить новый трон. Ты богат, но слаб, так что сбавь косметик. Тебя, как и у всех, парень, есть недочеты. Я не понимаю, почему ты такой смелый. Ты антимаг, но одного ты не учел. Я бью в лицо, а не кастую спеллы раунд. Holy shit, это было что-то нереальное под названием четвертый Rosh Pit Battle. Голосы за победителя, внизу ссылка будет. Жмите подписаться на канал. Всех с Новым годом, задры!